Но в этот ролик попадают вот эти креативные ребята. Спасибо вам за офигенные комментарии и лайки. Но если ты также хочешь попасть в следующий ролик, нужно всего лишь поставить лайк, подписаться на мою группу и написать креативный комментарий. А также комментарии, разбросанные по всему видео. Так что досматривай до конца, вдруг ты попал все-таки в ролик. А перед началом этого видео я бы хотел порекомендовать вам канал Редов Шоу. Автор канала веселый, сумасшедший тип, который погрузит вас в невероятный фонтан эмоций. Он снимает прохождение разных игр, таких как GTA 5, FIFA, NFS, The Crew и многое другое с хорошей озвучкой. Я уверен, вам обязательно понравится контент этого канала, поэтому переходи по ссылке в описании и обязательно подписывайся. Ребята, короче, всем привет, это новая серия реальной жизни. Какого? Откуда у него пистолет-то, ребята? Я, короче, сейчас объясню вам все, потому что, наверное, вы мало что понимаете. Я сам ни черта не понимаю. Так, ребят, вон видите, получается, Серегу видите на приоре? Вон он едет. Фак, я, короче, получается, приехал домой же. Ну, тогда, после этой погони. А вот, точнее, угона. Мы, как бы, все переговорили, там, вроде бы, Настя, все в порядке, все хорошо. Я более-менее начал понимать свою семью, что все вроде бы хорошо. То есть, у нас некоторые изменения были с Серегой. Но то, что я увидел с утра, это просто ни в какие рамки не лезет, пацаны. Я, короче, просыпаюсь такой, чисто от того, что как будто на меня кто-то смотрит. Ну, вы сами, думаю, понимаете, да, такие вот чувства бывают. Вот, и, короче, я открываю глаза, и Серега просто с ножом на меня пытается меня зарезать, и какие-то слова непонятные вообще говорит. Ребята, я очень сильно испугался, я быстро выбежал из этого дома, чтобы прыгнуть в машину, и вот сейчас, друзья, я, как вы понимаете, в погоне от Сереги пытаюсь уехать. Ребята, это он звонит. Ребят, фак, так, аккуратно, давайте, я не знаю, давайте попробуем поговорить с ним. Так, тихо, стоп. А, он сбросил, что ли, или что? Так, ребят, я надеюсь, что все, в принципе, больше не будет звонить, потому что, ребята, я не понимаю. Фак, он сбросил, короче, ребята. Я не знаю, что ему надо. Вот, я... Ребят, честно сказать, я хотел как-то вам это все объяснить. Опять он звонит. Твою мать. Давайте ответим уже на этот раз. Алло, сын, что ты хочешь от меня, сын? Ты в своем уме? Ты... Если ты так шутишь, сегодня не 1 апреля, чтобы так шутить. В смысле, остановись? Тихо! Оф! Что? Па? Прием, ты тут, ты можешь встать, прием. Воды. Так, сейчас, сейчас налью. Так. На, держи. Уйди от меня. Ты... В смысле? Ты чего? Ты меня зарезать хотел. В смысле? Что с тобой случилось? Ну, ты погнался. Я спал. Проснулся, ты зарезать хотел. В смысле? Ты лежал в коме уже очень долгое время. С того момента, когда тебе сиплый дал бэху, ты погнался за Максом и мамой. И они так и уехали. Слушай, я нашел их местоположение. Какая если бэха? Их... Подожди, какая бэха? Какой сиплый? Ты ехал на бэхе, тебе сиплый дал бэху. Это было перед твоей аварией. Ты гнался за мамой с Максом. Ты не доехал. Ты перевернулся на этой БМВ. Откуда была страшная авария. Их увезли. Потому что это было так. Теперь ты очень долгое время уже пролежал. И мы пробили место, где находится сейчас мама и Макс. О чем ты вообще говоришь? Если мы в течение часа их не найдем, то все. Да, что телефон звонит? Сейчас, подожди. Алло. Да. Да, мне больно. Через час. Почему так голова болит? Они через час уехать могут. Если они, если мы в течение часа туда не приедем, то о чем ты вообще говоришь? Мы же... Мама дома была. Макс дома. Не дома, ты гнался за ними. Они хотели... Когда? Ты гнался на БМВ. Чего ты это вообще взял?
Ты за ним гнался, на момент ты так и не доехал. Ты можешь это понять. Если мы в течение часа не приедем на ту точку, то, боюсь, мы их уже никогда не встретим. Боюсь, это так. Ничего не понимаю. Давай, ты сможешь встать? Ты сможешь ходить? Ничего не понимаю. Я помогу дойти до машины, она на улице. Ты сможешь? Давай, помоги. Давай, аккуратно. Обопрись на стенку. Обопрись на всякий случай. Сейчас посмотрю, есть кто там. Нет, давай. Подожди. Почему так голова болит? Быстрее, порядок. Давай, пошли на ресепшн, никого. Давай. Давай. Аккуратно. Давай. Почему голова можешь так болит? Идти, да? Да, иду. Там выход. Пошли, нет, там. Нет, нет, не там, не там. Пошли. Там запасной. Подожди. Мы там не выйдем. Так, не спеши, больно. Хорошо, понял, давай. Че еще, подожди, напомню, что произошло, я так и не понял. Стой, обопрись тут на стенку. Я посмотрю, есть ли. А, ты где там? Быстрее, там врачи в кабинете, быстрее, куда? За мной. А... Быстрее, вот сюда, на лестницу. Куда мы идем? На выход из больницы, он сверху, мы в подземном помещении. Давай, пошли. Так, ребят, мы вроде бы это, смогли сбежать из больницы. Так, подожди, Серег, я вот, честно сказать, я нихера не понимаю, что происходит, потому что... Я помню, что последние там моменты, это то, что, короче... Голова раскалывается. У нас была машина времени, мы прыгали в прошлое, чтобы спасти Настю. Походу, не слабо тебя авария помотала. В смысле, о чем ты? Короче, перед этим-то Настю сбили, погибла, мы решили на машине времени в прошлое прыгнуть с тобой. Я просто так этому рад. Короче, все на самом деле было не так. В смысле? Подожди, это... Это что, сон мой был или бред? Я так понимаю, да. В общем, как это все было. Помнишь, когда похитили Настю и Максима, они ехали на гелике? Нет. Помнишь? Нет. Напомни, пожалуйста, Было похищение Насти, я просто... А, это еще получается тогда, когда... Что это твоя жена, мало ли ты не помнишь. Я что-то такое припоминаю. Тебе Сиплый еще отдал свой BMW, и ты за ними погнался, помнишь? Ну что-то такое припоминаю, не знаю, ребят, наверное, ну и что дальше? На самом деле ты попал в аварию, ты перевернулся, и их так похитили, мы их так и не нашли. Но я вычислил их не геолокацию, и у нас есть час, чтобы туда ехать. Если мы в течение часа не доедем, то все. А как ты вообще все это знаешь? Также у тебя же не было. У меня есть запись, как это все было. Я не знаю, хочешь ли ты. Что я записывал последние мои фрагменты? Да, да, да. Слушай, ну давай, хорошо. А где мы сейчас едем-то? Мы едем как раз-таки туда, где, возможно, они находятся. В общем-то, мы едем в мое убежище, мы там с тобой засядем. Ты пока что подождешь, потому что у тебя рано, ты не можешь никуда идти. Так, оно вот здесь, давай прокатимся. Выходи давай, аккуратно. Хорошо, поможешь мне? Да, сейчас. Так, а я пойду все разведаю, и как разведаю, я приду сюда, понял? Да, давай. Куда? За мной. Давай. Блин, сын. Я вообще в это не верю, понимаешь? Я вот лежал, получается, в больнице, это все было как действительно наяву, представляешь? Это капец. Да, я представляю, вот оно. Я тебе даже не могу объяснить словами то, что было. Так, хорошо, давай. Тут, да, ты... Да, может, ты сесть, отдохнуть. Слышишь, а дай мне материалы, пока ты будешь искать именно на этих людей. Да. Я посмотрю пока материалы и покажу, наверное, этим подписчикам. Давай, спасибо. Я пока пойду, ладно? Все, давай это быстрее только, пожалуйста. Я машину возьму, чтобы быстрее, хорошо? Хорошо, давай. А недалеко вообще здесь находится или где? Нет, тут очень рядом место, скоро буду. Давай, будь осторожнее, не нападай ни на кого, окей? Ай, фак, не услышал. Короче, пацаны, я сейчас, наверное, посмотрю, что там за материал, вообще, что за последние там были записи мои. Че он вообще нарыл, потому что, ребята, опять же говорю, Я не могу в это поверить, я вам говорю. Ну, короче, сейчас посмотрим и в итоге потом уже сделаем какие-то выводы. Я слишком близко. Так, стоп. Сволочь! Тихо, ребята! Твою мать! Так, фак, давайте спрячемся. Так, за руль, пацаны. Блин, он походу узнал меня. Так, ребят, ладно, давайте как-то так ехать. Блин, конечно, херово, ничего не вижу. Но главное, чтобы не стреляли, не попадали по мне. Так. Ребят, давайте попробуем, я не знаю. Точно. Ребят, он... Оу, фак. Тихо. Ой. Колесо. Пацаны, фак. Фу, я вырулил. Фу.
А, хорошо, нормально. Ребят, ладно, попытаемся. У меня минус колесо, если я не ошибаюсь. Господи, а как он такой мелкий? Так, ладно, ребят, подождите-ка. Фак. Давайте попробуем развернуть. Ребят, давайте попробуем развернуть. Так, оу! Фак! Так, ребят, ладно. Ё-моё! Так, мы еще живы. Ребят, мы еще живы. Да! Сука, я тебя догоню, тварь. Ты думал, что просто так меня, да? Да пошел ты в жопу, тварь. Я тебе сейчас просто так с дробаша накидаю. Ребят, я же дробовик еще купил у гетовцев. Так, ребят, фак, у меня еще минус два колеса, что ли? Я не понимаю, ребят, ну бьет-то. Братан, я тебе куплю новую. Если ты это видишь, я тебе куплю новую. Куда? Ап! Это просто капс, да. Вы, я думаю, посмотрели, да, то, что я как бы видел, да? То, что я записал, и я так понимаю, ребята, это все, вот эта машина времени, вот это измены, убийства, прыжки во времени, это все такой бред мне снился. Ребята, вот в реальности-то машина времени, какая машина времени, пацаны, вы о чем? Вот этот док, это все мне просто, получается, приснилось. Я сейчас... немножечко не понимаю, как это все могло у меня в голове так сложиться, перекрутиться. О, как раз Серега, по-моему, приехал. Вот, но... ребят, не понимаю вообще ничего. Это просто капец. Я сейчас немного в шоке. Серега, что там? Я тут. В порядке все? Угу, да. Рассказываю, что там. Тут место неподалеку, деревушка старая, заброшенная. Я разведал там... плюс-минус, ну, во-первых, там местные жители, они все запуганные, то, что приехали бандосы. Там где-то пятеро или четверо бандитов, ну, это кого я увидел, и они все контролируют там периметр, просто ходят постоянно, и 24 на 7 только отрываются на обед, и все. Слышишь, а что если мы их со снайперки попробуем гасануть, или это слишком палево будет? Хорошо, деревня находится около горы, можно залезть на гору и попробовать... Слушай, я понял, минусы. То есть нам нужно сейчас только снайперку, если да? Снайперки, возможно, это надо делать не, потому что от отдачи ты сейчас можешь не выдержать такую отдачу. Слышишь, у меня денег-то нету, в карманах пусто. У меня есть. А, меня ты забрал есть. Мои деньги, я получается, да? Я продавал, да, кое-что. Я понял. Короче, ну давай, я не знаю, сейчас купим эти винтовки. Слышишь? В общем, да. Давай, аккуратно сейчас, давай. Пошли. Ребят, очень сильно раскалывается голова. Садись. Это капец. А что они мне с головой-то делали? Объясни, пожалуйста, почему она перебинтована у меня? Шили, перешивали, просто там очень страшно все было. Я манал. Я даже не знаю, что это было. Слышишь, давай, наверное, сейчас Андрея еще подключим, вдруг нам поможет, да? Потому что, мне кажется, вдвоем, тем более я коллега, мы мало что можем сделать. Ну да, да, хорошо, надо будет позвонить сейчас. Короче, ребят, наверное, на этом пока что мы закончим. Я там вам, в принципе, все более-менее рассказал, что как. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях, я все комментарии прочитаю чуть позже. Вот, и короче, получается, ребята, отвечу на все ваши вопросы. Ну а пока что, ребята, всем удачи, подписывайтесь на канал, вот также на канал Сереги. Да, сейчас мы... иди покупай, короче, я пока расскажу тут. Давай. Вот, ребят, подписывайтесь обязательно на канал Сереги, на мой канал. Так, ребята, я, наверное, сейчас машину вот так вот разверну. Порядок. Вот, и короче, ребята, ставьте лайки, давайте наберем 3000 для новой серии. Вот, и конечно же не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Смотри, всем тебе удачи, такая, ребята. Подойдет, мне потестить дали. И всем пока, да, пойдет, и снайперки. Хорошо. Надо еще набрать. Все, давай. А, я понял, все, всем пока. Тебе ребят. Помочь? Тебе помочь? Да, пошли. Давай, все, ребята, давайте, пока.